Месяц август для пожарных республики выдался непростым. Последние трое суток сотрудникам МЧС без сна и отдыха приходится бороться с огнем. По системе 112 вновь поступило сообщение о горящей многоэтажке. О причинах возгорания и о том, как спасали людей и их имущество огнеборцы, в сюжете Камилы Мехтехановой. Махачкала снова полыхает. На этот раз пожар происходит в многоквартирном доме на улице Мурадова, 53. Более 60 сотрудников МЧС привлечены к ликвидации пожара. На данный момент эвакуированы 70 человек. Пострадавших нет. Очевидцы говорят, в 6 часов утра они услышали хлопок, вследствие чего мансарда многоэтажки начала дымить. Предварительная версия – взрыв газа в одной из квартир. Хлопок раздался, и вон с того окна уже горело уже все это. Домой не запускают пока. Стоим, ждем. Площадь пожара около 700 квадратных метров. В основном очаги возгорания зафиксированы в 4 квартирах на 3-м этаже и в 2-х на 4-м. По предварительным данным, больше всего пострадала мансардная часть. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарных стен, отсутствием противопожарного водоснабжения, а также установки высотной техники для тушения пожара сверху. Прокуратурой республики организована проверка по факту пожара. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства. Точные причины произошедшего уточняются. Камила Мехтеханова, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала.